шашки играл, да, в шашки играл. Я первый раз в жизни зашел в шашки, и могу сказать, что игра пизда какая скрытопульная, это просто пиздец. Скрытопульнее Харстона, мне кажется. Я никогда не играл в Dota шашки, никогда не играл в Underlord, зашел вчера, короче, в LoL шашки, и за 4 игры что-то там топ-5, топ-2, топ-3 взял, но суть в том, что, блять, типа, ну, те, кто играют, короче, там собираешь героев. Здоровья тебе и твоим близким. Спасибо большое, Рафан Булдыга. Короче, собираешь ебучих героев, и как работает? Типа, собираешь 3 маленьких, становится Т2 герой, типа, двухзвездный. Собираешь еще 3, становится 2 двухзвездных. Собираешь еще 3 маленьких, собирается Т3. И, короче, когда ты собираешь 2 Т2 плюс 2 Т1, тебе третий, бля, просто не прокает. Он просто не прокает. Хуйня ебучая. Она просто не прокает, ее нету в игре. Вот, у меня с этого сгорел вчера пиздец, как. Держу в курсе. Бля, про чего я играю, пиздец? Иди нахуй. Здоровье, брат. Про чего я, блядь, вообще играю? Спасибо большое, Антон. Крокодил Гена, день рождения, сейчас поставлю. Можно и без третьих разъебать, это не главное. Ну, блядь, суть в том, что просто третий, блядь, не прокали, я с этого горел, и в итоге... Короче, я в замазке был, знаете... Типа, у меня там было 30 голды. Сейчас. Блядь. Купу Кирс Ванэч. СДР тебя. У меня тоже блока СТА 4 часа дня назад. 18 4 часа дня назад. Так что здоровье тебе не меньше, чем 300. 4 часа дня назад. Блядь. Неплохо, чел. 4 часа дня назад это еще не так много. Вот. А короче... Короче, 30 голды, я сижу с двумя Т2 и двумя Т1, и на 30 голды жму обновить, так все, и мне так и не прохает герой, я в тильте сижу, бля, пиздец. Чтобы всегда здоровым и счастливым, радовал своих зрителей классным контентом без рейджа и мата меньше, чем 3, поставь ПЖ трек, Артур Пирожков, зацепил. На стриме шашки? Не, я пока на стриме шашки не буду играть, потому что я пока не умею в них играть. Не особо есть желание играть, когда ты хуёво играешь. Ну, короче, научусь, может быть, за недельку подрублю потом, либо даже раньше. Так пойдет. Хочется уже сразу, блядь, зайти и показывать, ебать, какой жесткий. А то на стриме ты нихуя не научишься, потому что, блядь, в ПКД будут советовать, блядь, еще какая-нибудь хуйня, там будешь отвлекаться. Хочется игру выучить, потом уже ее стримить. Как ХС, ты на автомате играешь и разговариваешь. С днем рождения. Спасибо большое за стримы. Очень приятно смотреть, слушать на фоне. Здоровья тебе и твоим близким. Меньше чем 3. Очень приятно смотреть, особенно когда я в тильте. Спасибо большое, Шаука или Ваука, как это звать. Короче, какой-то ебаный шаман через вообще непонятные карты, наверное, против КВ какой-то собран. У меня такое ощущение, что мне реально ДК не поможет по вэлью. У меня дрожжеглот по-любому играется, правильно? Хорошо. Реально есть такое предположение, что не спасет Warcraft просто дать. Думаю, что пока рано. Надо пушку реализовать, потом сделать добор уже. Это глайдер не реализован. Там вообще пул героев ограничен. Чем больше ты берешь героев, тем меньше их пули остается. Чем выше уровень апач курьера, тем меньше шанс, что появится герой за 1-2 голды. А, типа там есть общий пул героев именно... Я понял. Нихуя себе. Прикольно. Типа там есть общий пул героев, которые попадаются тебе... Когда ты закупаешься, то есть ты закупаешь условно одного, и получается их уже всего не 5, а 4. Нихуя себе. Звучит прикольно. Логично. Спасибо, мужики, за поздравления, девушки. Я думаю, что они выиграют ваш ман, anyway. Какая там хуйня. Нездоровая. Какая-то этот шаман нездоровая хуйня. Засмущаетесь от пиздец? С днем рождения. Здоровья тебе и твоим близким. Успех. Поменьше горения и исполнения. Спасибо большое, Карает. Что эта игра будет такая же скилловая, как раньше. Блин. В общем, всего самого. Надежды убирают последние, да. Продолжай в том же духе. Ты лучший. Тракич для нас. Спасибо большое, Крэй, приятно слышать. Ну, бля. Игра, скорее всего, не изменится, но будем ее пытаться изменять к лучшему. Спасибо. Ваука, это не может быть такого, это. Может быть, это интернет посмотреть.
Желаю похудеть, меньше гореть. Так я чё, блядь, горю, я в последнее время вообще не горю, ноль рейджа. Ноль рейджа в последнее время, вообще ноль. Зеро. Бля, главное не раскопка механизма, иначе я обосрусь. Все закидали, бля, донатами, поздравлениями. Мужики, бля, смущаете? Я хуею. Привет, Влад. Спасибо, ебаклак 59. Помни, что чатик тебя любит, несмотря на твои тильты, рейджи и так далее. Будь счастлив и занимайся тем, что приносит тебе удовольствие. В свою очередь, спасибо от нас, работяг, что радуешь нас стримами. Здоровья тебе и твоим. Спасибо, Влад, топ. Я уверен, что они гордятся тобой меньше, чем ты. Бля, ну занимаюсь, чем нравится, но иногда, конечно, игра, блядь, заебывает, потому что... Скрытопульная, но так вроде более-менее все. Не буду ресурсы отдавать никуда, потому что, короче, нужны еще будут явно треки. Бля, ну все треки про день рождения... Забавно. Бля, музыку немного. Бля, тут каждый трек просто разный, заебывает чуть. Бля, такая анимация. Бля, сколько там драконов, урод? Неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Про полгероев каждого тира и их вероятность прока на каждом уровне скинул в предложку. Спасибо большое. Ну я так понял, типа понятно, если ты покупаешь одного, там вместо 5 становится 4, я понял. Все, тогда все стало ясно. Я-то, блядь, думал, это скриптопульное говно, что ли? Это так и есть, но все же. К сожалению, день рождения. Я хз, что там еще у него за карты играются, особо ремувала давать никуда не хочется, но... По-моему, без этого никуда. Если один чувак на столе уже собрал по 3 героя, то уже вряд ли соберешь, если только несколько челев собрали одного героя, мешок-то общий. Блять, типа вы хотите сказать, что пол героев, блять, пол героев во всей игре общий, или чё? Не может быть. Спасибо большое. Сдр-др-др, так. Общий для всех. Ебать, если общий для всех, то это все меняет. Вау. Общий для всех это интересно звучит. Минимум. Пить сегодня будешь? Да не знаю, скорее всего нет. Ну, я не пью практически никогда. Главный подарок для меня будет, если я топ-1 возьму. Вот это будет. На пизнаральчих. Хочу на КВ взять топ-1. На КВ, блядь. Когда последний раз на КВ брал топ-1? Я уже не знаю. Наверное, никогда. В скобочках. Лет... Не, года 2 назад, наверное, а не лет. Кто его знает. Мне обязательно нужно обилку нажать. Без вариантов. Какой-то вэлью отсюда раскопать. Ебать, какая же хуйня. Полная хуета, конечно. Я просто не знаю, что в этом шамане играется. Играли ли там Элиза? Если там играется Элиза, то... Типа воин вообще не вывезет эту колоду никогда, верно? Драгон, Батл Край и Дрожеглот хуйня, которая играет Элизу, и по итогу ты на фатиге тоже ее не можешь выиграть. Ебать, серьезно? Ну, в принципе, это окей. Но у него будет Дрожеглот, который снова заменит деку. То есть мне отсюда нужно раскопать еще одну Элизиану, чтобы выиграть. Либо какую-то пиньяту и оттуда Элизиану, либо просто его задушить. Надо отсюда Элизиану копать. Либо какую-то супер лютую жесть его запушить просто. Ну, это явно не супер лютая жесть. В теории можно бомбоносца взять и туна реализовать, но это все сказки детки. Не то, что нужно для победы. Ебать. Здарова, Ку. Слышь, ДМ. Ку, здарова. Хочешь, я тебе черепаху подарю на ДМ? Черепаха М. Бля, у меня даже мысли были черепаху завести. Шопу что-нибудь свою, тебе подарю. Не, ну на самом деле, друзей нет, подруг нет. Мальчиков у тебя нет. Тут могу ошибаться. Так хоть какую приблуду интересную тебе, чтобы ты после тильта себя успокаивал. Да блять. Успокаиваю себя играми в другие игры. Так и делаю. Спасибо, Димон. Да.
Ты как обычно, блядь, какую-то хуйню, блядь, сексом. Ты всегда поднимаешь настроение. Бля, что может быть с FPS? С FPS не может быть ничего, типа, у меня все настройки нормальные, нигде ничего не попадает, везде все заебись. Единственная проблема может быть либо с твичом, либо с проводом. Ну, скорее всего, с твичом, раз у меня все окей. 2 года тебя смотрю. Ты лучший. Здоровья и терпения. Спасибо, Валин. 22 FPS, 2020-летие. Я не знаю, почему, типа, ну, эти просадки начались несколько дней назад. Из-за чего они? Хуй пойми. Реально, вот просто хуй пойми. Просто хуй пойми. Непонятно. Но я проиграю челу. У него еще даже глот есть, который, блядь, селезяну сделает. Кончеплыжный. Ну, как в теории это вообще можно победить? Я не знаю. У него по-любому есть зачистки. Типа, просто его задушить как-то люто. Можно ли это сделать? Просто люто задушить. Руками, блядь. Стрим 48 FPS запущен. Бля, сейчас зачекаю сек. Не может быть такого. Вот я сейчас открыл свой стрим, у меня на, типа 60 FPS. 60 FPS, 1300 битрейт. Все окей. Блять, вы рофлите ебать или чё? Не может быть такого. Бля, 720, 48, что, бля? А чё это за хуйня? 1080, 48 источник, чё, блять? А чё это за хуйня? Он запущен типа на 48, но пишет 60, блядь. Короче, 12 FPS Twitch спиздил. А чё делать, типа, а чё с этим делать? Я не знаю, что с этим делать. 48 FPS, это вообще невозможно даже. Как 48 FPS? Его же даже в настройках 48 не поставить. Типа, можно либо 60, либо 30. Как в теории может быть 48? Это же пиздец какой-то, нет? Бредятина полная. Если картинка в 60 FPS идет, забей, то глюк твича. В настройках 48 невозможно поставить вообще никак, типа нету такой опции даже. Я вот сейчас стрим смотрю, типа заебись картинка, заебись все. Но то, что 48 FPS, это какой-то, это точно какой-то пиздеж. Такого не может быть. Прям точно пиздеж какой-то. Я зачекал сейчас оба OBS, и везде у меня по 60 стоит. Везде 60 стоит. Окей, он лицом забирает, заебись. У него еще одна хагата осталась, нужно забайтить его на хагату. В идеале еще одну десятку топ-декнуть. Еще одну десятку топ-декнуть, которая 2 девятки вытащит. Она ему вивон. Надо еще на одну хагату развести, и мы выиграем. Я предполагаю. Я думаю, что такими большими существами мы обязательно сделаем. Какой у него хил остался? Есть ли у него хил? У него даже глот типа будет явно ебанутый. Заходит Сильвер. Блять, а что делать? А там семья из 5000 человек стоит. По очереди поздравляет. По сотке на погулять дарит. Верни, кстати, деньги. Я чисто пошутить решил. PS 12 FPS спиздили. Бля, ну как, типа, ну это точно какой-то либо рофл, либо случайность. Не может быть такого, чтобы 48 FPS было. Не может быть такого. Ему нужно обязательно сейчас хагату отдавать. Дальше мы делаем, наверное, десятку. Он делает дрожжеглота, ну, блять, и как-то допушивать надо его тупо. Может быть, даже дофтига терпеть, хер его знает. Но это точно либо дрожжеглот, либо хагата. Пиздарец натальный сейчас будет. В лицо? Бля, он сначала продрол, потом элизиану сделает, пиздец, блять. Не нахуй. Блять, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 28, блять, 42, 41 Battlecry, иди нахуй. 41 карту он разыграл, блять, 40, блять, одну карту, 41, бля, 41, иди в пизду просто. Идиот, бля. По-моему, это летал, чуваки, вам не кажется? По-моему, это летал, чат, это летал. Это явно летал. Лол. Ебать, мы выиграли эту игру, это вообще побью. Охуеть, я не думал, что я выиграю эту игру, если честно. Невозможно было. С первого взгляда эту игру было выиграть невозможно. Просто ее, блядь, невозможно выиграть, но мы его выебали. Ну потому что десятка прокнула, 9-9 он хагату отдал. Хз, блядь, вообще как я выиграл эту игру. Чё, блядь?